Вот как было раньше, пользователям iPhone и iPad приходилось искать всевозможные колхозные методы по очистке памяти своих устройств, однако сегодня я расскажу вам о двух приложениях, с помощью которых вы сможете действительно очистить кэш на своих устройствах от Apple, как при помощи компьютера, так и через приложение непосредственно самого устройства. Приложение для компьютера, которое мы будем с вами использовать для освобождения памяти на наших айфончиках и айпэдиках, именуется Phone Clean. Сходу виден плоский, но при этом довольно вкусный дизайн утилиты. Если вы заметили, то Phone Clean создана разработчиками от лучшей замены iTunes Any Trends, о которой я уже рассказывал вам и вашим друзьям у себя на канале. Существует несколько режимов очистки девайса от кэша и мусора. Быстрая очистка, очистка файлов и информации браузера Safari, а также очистка и оптимизация iOS в целом. Помимо возможности чистить мусор на устройстве, с помощью Phone Clean можно безвозвратно стереть ту или иную секретную информацию, к примеру. Порадовал и раздел с различными плюшками, типа ремонт поврежденных файлов медиатеки iPhone и iPad или оптимизация больших по размеру приложений до начального объема. Но с этим всем ладно. Окей, самое главное и самое обалденное, что эта радость абсолютно бесплатная, хотя можно взять более продвинутую версию приложения, в которой куда больше возможностей, но это уже на ваше усмотрение. Знаю, что бывают ситуации, когда нужно освободить пару лишних гигабайт на устройстве, а компьютера под рукой нет и Phone Clean, ну в общем-то не воспользуешься. Я предусмотрел этот сценарий, и поэтому на свой айфончик или айпэдик вы сможете загрузить приложение Magic Cleaner. В принципе, объяснять вам, куда жмякать и что делать, я думаю, не стоит, ведь программа локализована для русскоязычных пользователей, что весьма недурно. Скорее всего, в процессе очистки устройства приложение выгружает некий большой по весу файл на смартфон или планшет, и об этом, кстати, можно судить по диалоговому окну памяти «Почти закончилось» в процессе очистки, где следует выбрать «Готово», после чего происходит освобождение памяти iPhone или iPad. Порадовали разделы оптимизации оперативной памяти или же ее очистка, а также возможность искать большие по объему фото и видео в галерее вашего устройства. Ссылки на скачивание обеих приложений я оставил в описании под этим роликом, так что переходите, скачивайте, устанавливайте и радуйтесь жизни. На связи был канал Apple Finder, меня зовут Артем, совсем скоро увидимся, до встречи, пока!